Телерадиокомпания «Щелково» стала лауреатом 23-го открытого фестиваля телекомпании «Подмосковье Братина». Щелковское телевидение заняло 3-е место в номинации «Весь мир театр» за программу «Культурный контекст». Фестиваль уже давно стал международным. В этом году в конкурсе приняли участие не только журналисты из Московской области, но и из Донецкой и Луганской республик, а также из Китая.